Ты тоже это видел? Да. Я куда? Что вы зажать хотите? Да мы только спросить. Вот, не сидеть. У нас назад, я сплю. А мне первый раз попали. Визюк обезумел. И он еще убежал. Get in there. А я кидаю яшки их в сторону, кого-то раню. Оп, вот опять кого-то раню. По 5 раз, по 5-10% вот за одну яшку. Ну вот, уже 92% ульта. Сейчас еще кину и будет ульта. Там алмаз разыгрался. Нет. Его даже... Подними его. Филер, ты не наш. My ultimate is charging. Валим. Набивай фраги. Возьми, тоже убивай. Алмаз, ну не отдавайся. Почему? Ну, ты хочешь выиграть чисто? Нет. Меня зажали. Воу, мы сдаем точку. Охренеть. Я старался. Лучше. У них нет хила. Ладно. Ну, поконтестить, по-моему, на последнем дыхании. Давайте что ли просто не будем. Давайте просто не будем заходить на точку этот раунд. Мяу-м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 яу. Шикарный матч пропустил. Мяу-м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 яу. Я тоже все записал. Привет, ты как? Я просто угорал весь раунд. Just like in training. Visualize. Пиксель. Вы записали, как мы дефали на 001? Пиксель, смотри, профиль Lady of Lover. Красавица сыграет. С вами? Против нас. Я тоже Lady of Lover? Да. Lady of Lover. Барьерс он ю, го! Подожди, там не отпили. Бывает. Нажимай. Лол! Точка. Правда, там точка. Барьер зон ю. А вы точку захватывать не хотите, не? Нет. Нет, то есть уровень расслабона такой, что мы можем не заходить на точку в начале матча. Мерси. Ой, лол. Пора, я не буду рисковать. Иди ко мне, мертвый. Я не держу дыхание. Не знаю, может что-нибудь матч от топа детей?
Не знаю, это матч младенцев и... Я даже вот так встану, может мне пара скинуть, я не знаю. Я уже вплотную к ним зашел. Да, я за рифмом на точку привез. То есть мы настолько... Они настолько плохо играют, что мы приблизим их на точку. О, наконец-то я скин сбросил. Меня мерси. Что это было? Джастис, Рейнс, точка, ребят, точка. Это под мою ульту, что ли? А, нет. Господи. Ладно, я даже их мои плюсов понаставлю. Давайте, давайте мои. Нет. Короче, если нас кидают опять с ними, давайте их доплюсовывать, это весело. Нам от этого не убудет, а им, ну, настроение поднимет.